Всем привет, ребят, с вами Илюша, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Ravenfield. Ребят, у нас наконец-таки сделали стимовскую мастерскую, и теперь я смогу спокойненько скачивать карты со стима, а не с дискорда, как я это делал раньше. Ну что ж, теперь у нас есть такая вкладочка mods, мы нажимаем на нее и спокойненько играем в карты, которые мы скачали. Ну что ж, сегодня у нас будет на рассмотрение карта House Wars. И давайте тогда приступать. Ну что ж, ребят, вот так начинается наш уровень. Вообще наша база находится вот тут, рядом с какими-то непонятными игрушками. У нас даже, кстати, ребят, есть вот такие окопы. Окей, ну как я понял, это, ребят, спальня. Ну реально, всего лишь одна кровать и кресло. Окей, ладно, пофиг. Давайте тогда бежать за нашими вот этими воинами и помогать им. В принципе, сколько у нас вообще, ребят, есть точек? У нас есть две точки. Две точки у противника и три точки, ребят, нейтральные. Давайте тогда будем захватывать нейтральные точки, помогать нашим. И, может быть, все-таки мы возьмем и выиграем эту войну. А пока что я ищу нейтральную точку. Где она находится? А, вот она, ребят. Надо забраться вот на этот столик и захватить точку. Смотрите, пока что они не пришли. Я попытаюсь захватить, ребят, эту точку. В принципе, я уже ее захватил. Главное, чтобы она дальше, ребят, поднялась наверх. Все, наконец-таки мы захватили точку. Так, что нам надо делать? Я теперь буду сейчас убивать наших соперников, потому что что-то они слишком жестко на меня нападают. Блин, мне бы хотелось бы тут снайперку. Но давайте я лучше выстрельну с гранатомета. Вот, отличненько, ребят. Бахнули мы немного. И что-то, ребят, я смотрю, они все идут и идут. Сколько их там? Просто капец. Так, я пока что защищаю нашу точечку. Вот, как только их меньше чуть-чуть станет, ребят, я сразу же пойду в бой. А пока что их что-то слишком дофига. Я даже не смогу пройти сквозь них. Ну вот, смотрите, наши наконец-таки нападают, молодцы. И давайте тогда будем им помогать, прикрывать их. Мне бы хотелось бы патрончики. Ребятки, скиньте патрончики кто-нибудь. Можете, ребят, скинуть? Эх, ладно, ребят, они не скидывают патроны. Вот, кстати, почему их так много. Там их и, ребят, спаун. Мне кажется, даже самый основной, потому что, блин, не знаю, их очень много, ребят, спаунится. Окей, давайте тогда пойдем на пролом, потому что у меня все равно, ребят, осталось. Блин, ребят, только хотел захватить, но меня уже убили. Ладно, окей, я только хотел сказать, что у меня остались патроны только на пистолете. И вот, меня убили все-таки, и я спокойненько теперь могу с автоматами, ребят, играть и убивать всех. Ну ладно, окей, давайте тогда сейчас попытаемся еще какие-нибудь точки захватить. Допустим, какие у нас там поблизости точки будут. Вот, ребят, вот эту точку я попытаюсь захватить. Давайте за минуту действия, как чисто крутой такой чувак, будем всем по головам стрелять. И, может быть, все-таки получится у меня захватить точку. Ну, надеюсь, мои чуваки вообще будут меня прикрывать. Вот, кстати, по мне уже шмаляют. Так, тихо, тихо. Хочу сначала вот в этого попасть. Все, отличненько, его с ног сбили. И осталось вот это нам тоже, ребят, сбить с ног. Все, и этому даже хедшот, ребят, дали. Я думаю, этот, ребят, еще живой, сто пудов. Мне надо как-то по-быстренькому перезарядиться. Эть, давайте, давайте, прикрывайте меня, ребятки, прикрывайте. Не успел, ребят, встать, не успел. Блин, конечно, вот это тяжело, ребят, вот эти точки, их захватывать, они очень жестко их охраняют. Давайте-ка еще раз тогда попробую, может быть, с гранатомета по ним долбануть, потому что их, я смотрел, там достаточно много. И стоп, куда я иду-то? Не, я, ребят, не туда иду. Мне надо вот куда-нибудь сюда. Да, ребят, что-то я как-то очень далеко отспавнился, на самом деле, от самой войны. Но сейчас я, в принципе, догоню всех. Вот, ребят, это же место, которое я пытался захватить. И сейчас мы, чуваки, по вам бахнем с вот этой штучки. Получайте. Все, отличненько. Можно, в принципе, сейчас перезарядиться, ребят, и еще раз долбануть по ним. Получайте, ребятки. А этих просто мы сейчас убьем с автомата. Получай, чувак. Я вижу, там к ним еще гранатку закинули. Так, чуваки, сейчас вам не поздоровится. Все, отличненько. Гранат, ребят, взорвалась. И нам надо как-то пытаться все-таки их, ребят, захватить. Ну вы посмотрите, сколько их тут много. Это просто жесть. И мы, кстати, лидируем все-таки по киллам. Но по точкам, ребят, мы еще не лидируем. Нам надо как-то захватить точки. Я хочу точки захватить. Это как-то намного интереснее, что ли. А я пока что пытаюсь как-то выжить тут. Смотрите, в принципе, ребят, они не так уж жестко тут спавнятся. Они по 3 человека спавнятся, но по 4 максимум. Это не так уж много. Давайте тогда я попытаюсь захватить. Вот, ребят, только приблизился даже к этой точке, и меня сразу же убили. Ну, это просто жесть какая-то. Так, я вот поставлю спаун на этой точке, чтобы мне далеко не бегать. И, в принципе, можно попробовать тут захватить точку, ребят, потому что тут точку никто не захватывает, и она какая-то пустая. Там даже наши противники не стараются ее как-либо дефать. Поэтому давайте сейчас попытаемся что-либо сделать. Вот, я смотрю, тут пока что 2 человечка всего лишь. Так, чувак, получай прям в голову, ребят, ему запердолили. Так, это у нас дробовик. Еще автомат. Тихо, чувак, погоди. Сейчас я тебе с пистолетика-то. Оп. Все, ребят, отличненько. И вот, да, видно, ребят, как у нас тут спавнится. На самом деле не так уж много человек. Эй,
Меня там что, свои что ли паляют? Ребят, вы что, офигели? Сейчас я опять отреспавнюсь и попытаюсь еще раз, ребят, захватить эту точку. Может быть, у меня что-нибудь и получится. Так, а где она находится? А, вон, ребят, там находится эта точка, как я понял. Так, чуваки, получайте, получайте. Я сейчас буду вас рашить. Все, отличненько, минус 4 вроде бы дали. Вот некоторые, ребят, жаль, что просто свалится с ног. И непонятно, ребят, на самом деле, погиб чувак или нет. Так, все, я напролом иду. Кто, кто, вот кто в меня стрелял только что? Ладно, окей. Фигачим, фигачим тогда вот тут этих чуваков, которые только что у нас отреспаунились. Так, получайте, получайте. Все, отлично, одному еще хедшот запердолили. Нам теперь осталось как-то, ребят, вот этого убить. Ну, блин, капец, это тяжело, ребят. Это на самом деле реально очень тяжело захватить одну точку. Давайте попробуем вот эту точку захватить. Она находится на улице. Мне кажется, там вообще очень мало народу, потому что она самая дальняя точка. И мне кажется, ребят, до нее очень тяжело добраться. Поэтому давайте сейчас попробуем это сделать. Только я хочу сначала выстрелить в наших чувачков. Получайте, ребятки. Блин, как-то, ребят, я очень косо стрельнул, просто тупо попал в стену. Так, давайте сейчас тогда еще раз долбанем. Эй, ты что не перезаряжаешься-то? Эй, чувак, ты же вроде перезарядился, анимация была. Ладно, все окей. Так, бахнули мы по ним, и давайте тогда рашить. Давайте опять тогда их рашить, потому что я смотрю, что-то они обнаглели и нападают на нас, прям вообще надавливают. Так, чуваки, получайте. Ну, вроде, ребят, немножко отдефл, надеюсь, наши там чуваки как-нибудь сдержат напор. Хотя, не знаю, наши чуваки немножко глупые, поэтому без меня они, я думаю, не смогут победить. Смотрите, ребят, в принципе, мы уже победили по киллам. Нам совсем чуть-чуть осталось. Да, вот, ребят, смотрите, все, мы выиграли по киллам. И осталось захватить пару точек. Я хочу, ребят, все-таки посмотреть или захватить вот эту точку, которая сверху, где в песочнице какой-то она находится. Но, ребят, есть одна проблема. Я до туда даже толком добежать не могу. Меня просто тупо убивают наши вот эти чуваки. На самом деле, жесткий уровень, да, потому что что-то у меня никогда не было так сложно, ребят, даже подойти к точке. Не то чтобы захватить, ребят. Воу, фига себе, мне прям чувак прям в меня просто попал с этой фигни. Ладно, может быть, я отсюда смогу как-нибудь добраться с дальней точки до песочницы и все-таки посмотрю эту точку-то. Не, ребят, я все-таки думаю, что комнаты тут все взаимосвязаны, и мне придется фигачить все-таки через ту точку, чтобы выйти на улицу. Ладно, окей, придется тогда делать так. Ну что ж, я тогда сейчас иду опять как-нибудь на паролом. Вот, я смотрю, у нас диверсант какой-то. И что ж, фигачим, фигачим, ребят, дальше через вот эти игрушечки. Я смотрю, опять у нас отреспаунились наши противники, фигачим их. Так, получайте, ребятки, получайте. Блин, ну это просто, ребят, капец. Может быть, у меня там какая-нибудь супер нереальная сложность игры стоит, потому что я что-то давненько, ребят, не играл в Ravenfield, и, возможно, там что-нибудь допоменялось у меня в настройках само. Такое бывает иногда. Ладно, все, давайте, у меня вроде бы есть шанс пробраться. Давай, давай, вставай, вставай. Вставай, чувак, давай, и беги, 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 беги. Ну, ребят, ну вы видели, да? Ну я почти что пробежал. Просто меня закидали тупо какими-то флешками и гранатами, и все, и я из-за этого умер. Ну что ж, ребят, смотрите, в принципе, мне удалось уже добежать до этой точки, и я попытаюсь ее все-таки захватить. Вот, кстати, наш флажочек, там находится он. И давайте-ка попробуем тогда защитить эту точку. Я вижу уже, как за мной полчища просто вот этих красных бегут. Но не знаю, ребят, успеют они отхватить эту точку или нет. Но я пока что вот так, как кролик, буду, ребят, бегать вокруг вот этого флажка. Лишь бы я его просто тупо захватил до конца. Ну, в принципе, кстати, прикольненько у нас тут выглядит вот эта уличная их точка. У нас тут есть песочница. И вокруг песочницы еще все огражено, ребят, окопами. Довольно-таки прикольно, прикольно. А мы уже, ребят, в принципе, сделали флаг почти что нейтральным. Да, все, теперь у нас будет уже подниматься наш синий флаг. И наконец-таки я сделал это и захватил эту точку. Все, ребят, наконец-таки возвысился наш флаг, и это очень хорошо. К нам еще, кстати, бегут несколько чуваков. Я, в принципе, могу сесть за пулеметик и спокойненько их отдефать. Но я думаю, он сейчас уже не будет доставать до вот этого обзора. Хотя, смотрите, ребят, вроде достает. А, нет, мне мешают атаковать пулемет. Окей, ладно, давайте тогда сейчас спрячемся. Тихо, я вижу, ко мне граната летит. Добиваем, добиваем всех вот этих чуваков, потому что они от слеповой гранаты сейчас немножко упали. Так, ну что ж, что у нас на вершине вот этой, ребят, песочницы? Как я понял, тут что-то тоже у нас есть. Да, тут у нас просто, ребят, один окоп. Ну, такая, знаете, типа снайперская дефолтная позиция. Ну что ж, ребят, вот такая у нас была карта. Это, как я понял, наш дом. Это у нас такой небольшой дворик. И все-таки мы выиграли, ребят, мы выиграли эту войну. Конечно, сейчас она еще, ребят, идет, но по киллам уже давным-давно мы все сделали. Но если вы хотите, ребят, больше Ravenfield, то пишите об этом в комментариях. С вами был Илюша, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зовите друзей. Всем пока!